Эй-эй-эй-эй-эй! Всем привет, дорогие друзья! Это Эдвард Билл Продакшн, и что самое главное, это начало нового топового пранка. Можете поставить лайк, можете написать самый креативный топовый комментарий, а можете просто послать нахуй лысую гниду, это мразь, это ебаный, блядь! Иван Геннадьевич за пультом! Мы начинаем новый топовый выпуск, Иван Геннадьевич обосрался вчера нахуй, но этого никто не знает. Тапер вырежет? Монтажер, если вырежешь, это нахуй уволю, блядь. Все пишем, что Иван Геннадьевич обосрался. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой инстаграм, на все мои соцсети. Хотите слушать топовую музыку? Мои все песни, которые я официально еще не выпустил, они у меня есть в ВКонтакте. Все ссылки в описании. От вас минимальная поддержка, лайк, подписка на все ресурсы, которые у меня есть. И это самое топовое видео для вас. Эй, 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 ты покажи прибыль, да, да. Не побежал, да? Не украду, не вор я. Повтори за мной волну. Сейчас я покажу, иди сюда. Смотри, вставай. Вот так. Вот. Я волна, да. Новая волна. За тобой. Ты мальчик гей, да? Ты сегодня гейм будешь у меня? Будет вся страна. По попке на тебе, сучка, сучка, сучка. На, попу, в рот дал ей. И пиздую почесал. Да, да, да. Ты прошел проверку. Как зовут? Сурес. Суприм? Сурес. Обрез? Ты обрезанный, братанчик? Какой нахуй ты обрез, ебать? Как тебя зовут? Сурес, Сурес. Какой самбэк? Как имя? Эбрез. Обрез. Обрез, обрезал. Непали. Ты с Непали? Непали. Братанчик, жму твою крепкую дрочильную руку. Желаю тебе хорошего, счастливого дня. А спонсором данного видеоролика является компания 1xBet, где самые большие коэффициенты и быстрые выплаты. Используй мой промокод КУСОК17 и получи до $100 на первый депозит. Ссылка на сайт в закрепленном комментарии. Переходи, регистрируйся, получай крутой бонус и побеждай вместе с нами. Что, на красный не рискнул на красный? А что, боишься? Да ты не бойся, блядь, а их посадят, тебя не посадят. Я тебе говорю, давай, вот, побежали вместе. Побежали. Да побежали, да ничего не будет, я тебе говорю. Давай за руку возьму тебя. Побежали на красный, блядь. Да ничего не будет, я тебе говорю, они остановятся. Тормоза и будем проверять заодно. Тормоза проверю. Побежи. Ну, друг, ну ты че, ну? Побежали, брата. Да, блядь. Ну ты что, не хочешь, блядь, заработать денег? Это кровавая схема. Бля, ну на зеленый неинтересно. Ты что, не видел моего этого? Кого? Машу? Тарантул Игорь, Машу не видел? Нет, не видел Машу. Нигде не было ее? Вашу Машу я не видел. Не, Машу Тарантул Игорь ищет, просто не видел? Не надо, Вашу Машу. Ты слушай, ты на норке лежишь, мне кажется, мне надо в норку. В норку? Не, надо внутрь, да. Ты кури поменьше. Братанчик, ну ты в норке лежишь, блядь. Ой, извини. Братан, ну пожалуйста. Ну дай я лягу, там у меня надо залезть внутрь. Ты в норке не, лежишь. Не, ну... Ты в норке лежишь. Слышь, ты кури поменьше. О, вот. А, блядь, это не норка. Дай 100 баксов, скажу, где норка. Давай. 100 баксов дай. Сейчас. Ты точно знаешь, где? Конечно. Держи 1000. Где? Вот смотри, три дерева видишь? Так. 5 метров от дерева, 2 метра к забору. Ага, там нора. Да, там роешь 2 метра. Ага. И там нора. Понял, все похуярил. А что делать? Да. Рыть? Да. Сейчас, блядь. Сука, нароем. Тут он сказал, тут реально за 1000 рублей. Там же не было норки. Эдвард Билл! Братан! Да я тебе отвечаю! Это он! Да ты нахуй! Это прям дурак, который все бабки раздает! Ты че орешь, блядь? Я тарю, ты понял? Это тот ебан, который полез на тачке, ебаный, братан! Да ну нахуй! Братан! Екатеринбургский чувак, смотри. Эдвард Билл! Да я смотрю, татуировка! Минуту, вы что за дура такая может прикалываться? Только один дурак может! А это что? Что это? А можно вот эту? А вот эту дайте мне. А я хочу эту! Держите. Я купил бусы у вас за 200 рублей. Их можно еще и на голове носить. Или на ухе. Это ушные бусы. Не понял. А зачем ты взял? А у меня в Чехане день рождения. Я просто хотел украсить свой день рождения шариками. Ну, мне работа, меня штрафуют. А, это твои шары? А я думал, это мне привезли.
У меня день рождения. Мне один шарик не подаришь? Я не могу, мне заказ. А, да? Я думал, это мои шары. У меня день рождения. Рождение у тебя. Нельзя, да, взять их? К сожалению, нет. Я бы дал, если это были мои. А в жопу дал бы мне? Странный вопрос. Нет, чувак. Не дал бы, да? Ты же добрый, ты сказал, я бы дал тебе шарик. Шарик. И в жопу. Тогда ты не добрый, ты злой и жадный. Я ищу того, кто мне даст жопу. За шарик. Ладно. Братан, слышь, пробки 22 балла. Пробки 22 балла? Да, будь, пожалуйста, добр, не перекрывай, блядь, шлагбаум, понял? Ладно, ты про что? Ну, ты же шлагбаум. А, не перекрывай дорогу, чтобы, блядь, рассосались пробки. Я на тачке еду, мне жена рожает, ты перекрываешь дорогу, вот так падаешь. Да тоже высокий. Не, ну, 2 метра у тебя, да? 95. Вот, 1.95 метра, это о чем говорить? Минимум 3 машины ты перекрыл. А то в этих пробках стоит же Собянин. В твоих же пробках, ладно? Сейчас, на секунду остановись, я тебе одну хуйню расскажу. У меня девушка сделала, я опаздываю. Да? Любишь ее? Люби. Лижешь у нее? А? Лежи. Понял? Но все должно быть взаимно. Если ты лижешь, то она, естественно, у тебя, да, твоего тунца пробует. Братанчик, время не подскажешь, сколько сейчас? 15.35. О, у тебя что-то, блядь, стой, муравей какой-то. Стой, не двигайся. Опачки, братанчик. Ебасосинка нахуй не интересует. Продаю нахуй, слышишь, по скидочке. Ебасосинки маленькие. Смотри, когда ты делаешь вот так, да, она назад так. Хуяк. Блядь, ну ты уже сломал все, блядь, брат. Ты просто сломал игрушку, блядь. 500 рублей давай. Что ты тупишь, блядь? 500 рублей давай, ты сломал ебасосину, ебаный урод. Ты хочешь остаться без ебасосины, блядь, как этот чувырло нахуй. Какой отвлекай, я тебе, блядь, аккуратненько вот так наклеил, да? Ты ее взял и поломал, нахуя ты это сделал? Ты что, меня за лоха держишь, блядь? Нет, ты меня за лоха держишь или что, ебать?